С целью укрепления связи и развития сотрудничества между Азербайджаном и Россией в Баку проходит конференция «Баку-Москва. Диалог культур», организованная при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, правительства Москвы и информационного агентства ТАСС. Сегодня в рамках конференции проводится круглый стол на тему «Диалог культур. Основа диалога народов». На мероприятии, проводимом при модераторстве министра культуры Абульфаза Гараева, первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана и специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швидкова, принимают участие представители государственных структур, видные деятели культуры и образования. Выступившие отметили, что такие мероприятия играют важную роль в укреплении гуманитарного сотрудничества. Было особо подчеркнуто, что великий лидер Гейдар Алиев внес большой вклад в развитие и становление двусторонних дружеских отношений. Севда Джафарова, Гумбат Мамедов, Азартач.